Так, секундочку. Да, вот, я думаю так. Сегодня я расскажу тебе, как нужно делать покупки на Озоне в Черную Пятницу. С максимальным плюсом для тебя. Ну и, как говорится, чтобы не опростоволоситься. Ну что, ребят, приступим. Итак, ребят, демонстрация будет сбоку, все увидите. Что мы делаем? Мы не спеша переходим на Озон. Для начала, что немаловажно, я вам продемонстрировал, хорошенько устраиваемся на диванчике. Кто-то может налить себе чайку, а кто-то и не чайку. Вот, берем в руки телефончик, заходим в Озон. Так, и смотрим. Ну, что здесь мы видим? Сверху мы видим различные акции. Ну да и ладно. Ниже передвигаемся. Здесь мы видим, что до начала Черной Пятницы, до распродажи, осталось 3 дня. Но 3 дня это для простых смертных, а для нас, для премиум пользователей, как бы осталось 2 дня. Это все наглядно здесь видно. Ну что, ребят, что? Давайте посмотрим, что там нам прямо такое горячее предлагают. Итак, начнем мы. Ноутбук у нас. Ноутбук Digma. Угу. 22 500 со скидочкой 11 990. Неплохо, неплохо. Здесь еще, ребят, мы видим, да? Вы видите, что вот здесь написано, что начислим 1124 баллов. Это потому, что у меня есть премиум подписка. Ну и, естественно, я себе оформил Озон карт. Как бы, ну, как иначе, ребят, чтобы быть в плюсах максимально, нужно делать такие простые вещи. Об этом я чуть позже вам еще расскажу. Дальше смотрим, ребят. Дальше у нас смартфон Poco X3. Так, ну, 22 600. Здесь он у нас 13 990. Если честно, я для вас заморочился. Посмотрел на маркетах, на магазинах. Дешевле 21 тысячи его нет. То есть, ну, как бы... Как там у нас написали, что распродажа 11.11 это, ну, мягко говоря, обман. Ну, нет, нет, ребят, можете сравнить сами, все посмотреть, как бы, вот так вот. Что у нас дальше? Дальше у нас телевизор. Диагональ 32. То же самое, скидочка, то же самое... Кэшбэк баллами мы получим 658 баллов. То есть, ну, грубо говоря, телевизор нам выйдет 7 с копейками. То есть, ну, это нормально для кухонного телевизора, например. Ну, может быть, кто-то любит просто смотреть маленький и, может быть, поставить его в зал. Но это уже зависит от вас. Дальше, ребят, что здесь еще у нас? Есть у нас... Вот такой наборчик. Конструктор Лего Классик. Набор для творчества. Ну, такое. Чтобы быть творческим, получается. Небольшой, так скажем, кэшбэк баллами. Здесь 96 баллов. Но все же приятно. 1606 рублей. Как бы он стоит со скидкой. Ну и еще считайте, 100 рублей вам вернется баллами. А баллы вы можете потратить в дальнейшем, оплачивая до 99% покупок своих. Как бы я считаю, что это... Ну, не плюс ли это? Ну, не хорошо ли это, да? Это уже судить вам. Но я считаю, что это очень хорошо. Дальше вот набор кастрюль. 3000 начальная цена.
4 кастрюльки у нас здесь за 990 рублей. Но тут, ребят, могу сказать вам сразу. Хотите урвать себе? Да плюс еще, если у вас будет все подключено, вы урвете еще и 180 баллов. То есть, ну, грубо говоря, 1 балл, 1 рубль. То есть, кэшбэком 180 рублей вернется вам кастрюльки. Вышли за 800 рублей набор кастрюль. Вы где-то такое видели? Я не видел. Но мой совет, если вы хотите их урвать, то обязательно нужно оформить себе премиум подписку. Стоит она там, тем более, всего 199 рублей в месяц, как бы. Ради такого, я думаю, это стоит сделать. Вот. Есть у нас еще ноутбук здесь, на главной странице. Тоже скидочка, очень хорошая. Также мы видим, что здесь нам больше 1000 вернется баллами. Кэшбэк, то есть, ну, замечательно. Вы, наверное, смотрите и думаете: Сашка, Саня, а где же? Где же оформить этот Озонкард? Где же взять, оформить эту, блин, чертову премиум подписку, чтобы быть в плюсах так же, как и ты? Ну, давайте, ребят, покажу вам. Итак, переходим к действиям. Открываем мой Озон. Так как у меня уже, ну, как у премиум пацана, все оформлено, поэтому покажу вам прямо на своем примере. Ну, и здесь вы можете все это себе оформить, то есть, да. Переходим вот сюда, то есть здесь что мы видим? Экономия за все время, то есть сколько за все время сэкономили. Вот, сэкономили на премиум ценах, на доставке, кэшбэк за все время. То есть, ну как бы, блин, это очень-очень выгодно, ребят. Советую, 199 рублей, как бы, они того стоят. То есть я пользуюсь 2 месяца, то есть вы видите выгоду, которую она мне принесла за 2 месяца. Вот. Дальше, ребят, здесь у нас также видно Озонкард. Переходим сюда, здесь тоже все видно. Здесь же, ну, у меня то, что уже она подключена, а у вас еще нет, так это, так что быстрее, быстрее. Вот здесь также написано кэшбэк до 25%, где Озонкард. Ну, потому что подключен еще и премиум, как бы, для премиум пацанов, премиум ништяки, так скажем. Ты скажешь, наверное: Сашка, Саня, ну что ж ты мне тычешь-то эти свои 6 товаров? Это ж, как говорится, кругом обман и все такое. Специально для тебя я покажу тебе еще одну вещь. То есть не вещь, а как бы страничку, где можно найти еще много всяких ништяков. Открываем, смотрим зону лучших цен. Открываем зону лучших цен. Что мы здесь видим? А видим мы здесь следующее. Видим мы здесь, ой, очень много скидок, лучшие цены. Вот лучшая цена. Озон делает так: либо это лучшая цена на Озоне, либо это лучшая цена среди всех маркетов. Ну что можно тут посмотреть? Ну вот еда, например, бритва, например, со скидкой. Вот, да, мы видим синим выделено то, сколько она будет стоить 25.11, то есть там 541 рубль всего лишь, да? Как бы можем перейти. Вот. То есть с премиум Озонкард мы скидываем еще 53. То есть мы получим 53 балла еще кэшбэк, то есть, ну, 53 рубля. Тут уже арифметика такая, для младших классов посчитайте, сколько это выйдет. Как бы, а то я чисто на чиле, на расслабоне сижу, что, мозг напрягаешься. Я думаю, нет. Вот. Ну что, блин, ну тут уже можно найти, тут уже на любой вкус и цвет можно найти. Быстрая доставка, высокий рейтинг. Ну что, ты опять скажешь, что этого мало? Ну тогда лови. Лови, как говорится, еще плюшечку. Открываем главную страницу. Есть тут у нас такая штучка, как акции. Переходим туда, и здесь мы видим все акции, которые только есть на Озоне. То есть, ну тут уж, как говорится, можно, я думаю,
ублажить любого. Как говорится, на любой вкус найдется своя акция. Ну, ты такой думаешь, и что, Саня, это все? Ну, как бы ты показал, а как же для премиум пацанов? Но для премиум пацанов есть еще одна страничка. Также переходим на главную. И мы здесь видим товары с кэшбэком и рисуночек короны. Короны. Открываем. И мы видим тут чисто товары для реальных пацанов с реальным кэшбэком, чтобы, ну, блин, по максимуму плюшек срубить, как бы, чтобы все было здорово. И вот, когда ты уже хочешь сказать «Остановись, Саня, остановись, хватит!» Но не хватит. Еще чисто бонус от нормальных пацанов. Догадался? Это промокод на скидочку 300 рублей, который ты вводишь и получаешь, как говорится, плюшка чисто для нормальных от нормальных. Сегодня, я думаю, все было круто, максимально познавательно, интересно. Самое главное, я думаю, что это принесет вам и вашему карману довольно-таки неплохую выгоду. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы Саня рассказал вам про, ну, в будущем, про всякие такие плюшки и четкие движухи, тогда ты должен обязательно подписаться на наш канал, поставить под этим видео лайк, обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и что могу тебе сказать? Давай, до свидания.